Друзья, всем привет! Хочу показать вам, как правильно разделывать мороженую стерлинг и заодно опробовать свой новый нож Якут из кузницы Барк. Первым делом отрезаем голову. Отрезаем голову. Убираем плавники. Срезаем хребет. И срезаем нижние шипы по бокам. Также делаем срез от анального отверстия до конца хвоста. Отрезаем хвост. И снимаем кожу. Снимаем с одной стороны кожу и снимаем со второй стороны. Я рекомендую использовать перчатки, потому что рыба колючая, холодная. И снимаем кожу снизу. Все. Рыба у нас полностью почищена. Получается вот такая колбаска. Сейчас мы ее либо разрезаем брюхо, достаем все потроха, либо нарезаем колечками и потом по отдельности все это достаем, дело оттуда. Рыба у нас мороженая. Но вот как ножик режет, мне очень нравится. Хорошая заточка. Как по маслу идет. Вот мы рыбу нарезали колечками. И мне вот удобнее каждый кусочек по отдельности очищать. Вот так вот берем. Достаем все это дело. Оп. Оп, пока рыба мороженая, все это очень быстренько, аккуратно убирается. Друзья, вот такая красота у нас получилась. Всем приятного аппетита!